За последние 4 дня в дежурную часть окружной полиции обратились 7 жителей региона, которые стали жертвами аферистов посредством социальной сети «Друг вокруг». Общая сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей. Во всех случаях мошенники действовали по одной уже наработанной схеме. Жертвы мошенников размещают в социальной сети «Друг вокруг» информацию о покупке какой-либо вещи. Через некоторое время с ними на связь выходит якобы продавец, который сообщает о том, что товар он доставит им, когда будет получена оплата. Вот. Ну, доверчивый житель нашего региона переводит эти деньги на банковские карты мошенников, ну и, следовательно, денег они лишаются. О том, что так называемый продавец оказался аферистом, доверчивые граждане понимают только после того, как мошенник перестает выходить на связь, не отвечает на сообщения, а телефон его становится недоступным. Сотрудники окружной полиции призывают жителей округа быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Также стражи порядка рекомендуют гражданам оплачивать товар по факту доставки и не сообщать неизвестным людям пин-коды и реквизиты своих банковских карт.